Друзья, я приветствую вас с города Кропоткино, ярмарка декоративных птиц. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, Рождеством. Ярмарка у нас предновогодняя. Сейчас пройдем. Посмотрим ассортимент, обзор сделаем декоративных птиц. Если все удачно сложится, будет вторая часть, будет третья часть. Только вторая, третья часть выйдет на Яндекс.Дзен. На Ютубе сегодня выйдет первая, одна серия. Желающие посмотреть вторую, третью серию, обязательно подписывайтесь на новый канал в Яндекс.Дзен. Ссылка будет в описании. Голос у меня сегодня немножко простуженный, но ради подписчиков, ради зрителей. Оделся, собрался, поехал на обзор. Приятного просмотра. Сегодня раннее утро. Температура воздуха плюс 7, плюс 6. Очень сыро, влажно, холодно. Нас встречают вот такие вот прекрасные австралийские попугайчики волнистые. Детям на подарку, под елку, на елку. Неразвучники, карелы, волнистые. Вот кто думает, что подарить, кого подарить. Приезжаем, берем попугаев. Если нет возможности приехать, звоните на телефон. Приезжайте ко мне в Армавир. Есть волнистые, есть карелы, розелы, певчие, кокарики. В общем, ассортимент большой. На Новый год ребенку подберете. Друзья, я очутился в бане. Вот печку сейчас будем топить. Веники дубовые. Холодно, собачий. Ребята говорят, заходи, не стесняйся. Всем привет. Тут зеркало в бане есть. Вот это сама баня такая. Можно зайти, погреться. Номер телефона. Волнистые, выставочные, 2000 голова. 2000. Розелла Бернардова. Сегодня на предновогодней ярмарке есть красавцы-гибриды. Гибриды — это скрестили канарейку и щегла. Получились такие красавцы-певцы. Неразлучники. 2000-1500, в зависимости от расцветочки. Здесь получается вот самочка певчая передо мной, а на втором плане розелла бледноголовая и розелла желтощёкая. Глянцевые попугайчики. Амадины под оргстеклом. Видимость чуть-чуть затруднена. А
ожирелые, в какую цену? 9? 10? Самка и самец. Ну тут две самки или молодые? Молодые, еще непонятно. Молодые, как раз сейчас самые приручать, разговаривать научить. К Новому году прям возьмете, на Рождество уже будет болтать. Будет говорить, с Рождеством. Вот так вот. А это розелы, пенантовые. Они утратили склонность к разговорной речи. Просто красивые вот такие вот, и все. А эти прям, ну прям ручные вот. Видите, подходили сюда ко мне, пока я снимал пенантов. Вот, пожалуйста, золотые руки, клеточки, ловушки, побрякушки разные. Так по правилу, 1000 рублей один. Это сибрайс, чистый. Нет, ну они просто в базу ходят, грязь. Нет, ну это... Поздоровались за лапку. Масло растительное. Ну, понятно. А почем такие кролики? 700 рублей. 700 рублей кролик. Друзья, впервые на рынке я тут обнаружил белые нутрии. И вот даже лимонка есть. С какую цену такая лимонка? 500 рублей. 500 рублей, а белые? 600. Белые 600. Опасный момент. Ну такой вот бельчик. Все классно. Номер телефона нутрий. Говорит у меня. 918-277-2059. Все, с наступающим обращайтесь. Да, и вас с наступающим. Ага, ну правильно. А здесь вот кокарики. Ярко-желтые, зелененькие кокарики и карелы вместе. Это самка. Дружные, спокойные попугайчики. Да, какая разница. Здесь такой вот расцветки карелы. Сегодня очень много красивых карел. Есть и некрасивые, но на вкус и цвет товарища нет. Так что все птицы по-своему красивы. Это кокарики. Кто не в курсе, кокарик это считается новозеландский попугайчик. Питается фруктами, овощами, зеленью, веточками в основном. Потом у него уже идет зерновая смесь. Ну, предпочтительно ему овощи, фрукты, изюм, курага, вот такое все. Цветочки различные, там тот же цикорий, тот же, те же бархатцы. Все это они с удовольствием поедают, кокарики. Поведение очень классное у них. Они как обезьянки маленькие. По звуку негромкие. Издают очень забавные звуки, похожие на лягушку, на квакушку, на уточку. Вот такие попугайчики. В плане приручения очень хорошо приручаются. Изначально они из гнезда выходят более расположенные, как бы не кусаются абсолютно. Так что, кто не знает, пожалуйста, интересуйтесь, приобретайте кокариков. Поддерживайте отечественного производителя. Я прислал тебе это самое. Саша выиграл. Витя из Красноярска, огромный привет. Всего хорошего. А это крупные, как порода называется? Да там все в куче. Мясные. Модены, кирни, мальтийцы, линзы. Все в куче, да? А куропатки почем ваши? 2200. А в какую цену такие кокарики? 2500. 2500. Неразлучники. 700, 800. Здесь немножечко карел молодняка. Греют друг друга, сидят, видите? Нашел маленький.
тяжелый, жирный. Вот, вот, фотографируешь. Вот. В какую цену такой беленький? Сколько стоит белый? 2 рубля. Как снегурочка прям, да? Да, 2 рубля. Как раз на Новый год на елочку посадить. Какой красавец, смотрите, чистый, ухоженный. Вот эта птичка такая. Такого нету. И волнистые тут все прям классные. Цена на волнистого попугайчика 500 рублей. Карела 2000-2500 в зависимости от окраса и возраста. Помоложе, подороже. Друзья, символ наступающего года. Вот он. Уже на пороге. Поэтому обязательно сегодня вечером надо проводить старый год по-нормальному. Друзья, вот тут самочки шикарные. Номер телефона сейчас вам продиктую. Остались еще мальчиков немножко. 8-928-231-6107. Переноски. Игорю, которому недавно исполнилось день рождения, стал чуть-чуть старше. Передаем привет с города Кропоткина. Желаем в наступающем году всего хорошего. Вот такие вот есть западочки, хлопочки, переносочки вот эти вот. Ну, это же чудо искусства, посмотрите, какие классные. Есть покрытые лаком, то есть... Даже если купил птичку или не купил птичку, даже приятно носить в руке, и ты уже как будто в теме, вот эти движения рыночные все. Можем почтой отправить, чтобы сюда не ехать. Номер телефона 8-928-231-6107. Переноски осталось сколько? 7 штук? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук осталось. Друзья, поторопитесь. К Новому году на подарки берут. Люди интересуются. Также есть большой ассортимент гнезд. Голубые гнезда, желтые гнезда. Таким вот приятным цветом гнезда. И, конечно же, видите, уже все разобрали, один остался. Из джута. С гарантией от гомозового клеща. Ну и, соответственно, купалочки, чтобы поддерживать здоровье вашей канареечки. Амандинки, волнистого попугайчика, все это есть. Обращайтесь, вышлем почтой по номеру телефона. Такая вот скромная витринка. Слышишь, Юра, даже синицу слышно. Давайте я достану, покажу полностью. Сколько крошатину. Стоит? 5000. Ага. Вот она, красавица. Вот она. Вот так мы можем достать, сфотографироваться. Крошатину нашу. Все, классно. Упрятать ее, это холодно ей. Прячьте, прячьте. Короче, капканчики. Вот так взводится, да? А на пятачок надо прикорм ложить или просто на тропу ложишь? На тропу кладешь, там возле норы.
И эта штука привязываться должна к колышку, да, чтобы не убежала добыча. Друзья, капканчики сегодня появились. Уважаемые друзья, ярмарка, выставка, город Кропоткин, улица Речная, 6, подходит к своему концу. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, с Рождеством. Желаю здоровья, счастья, спокойствия. Берегите себя. До скорой встречи.